Добрый день, меня зовут Лобанов Павел, и мы продолжаем знакомиться с классическими коктейлями и твисты на классические коктейли. Сегодня мы поговорим с вами и приготовим коктейль, который называется Негрони Бульварди. Все наверняка вы слышали, возможно, и пробовали классический коктейль Негрони, который был придуман графом Негрони, который любил выпить порцию джина с добавлением туда сладкого вермута и немного добавив туда битера кампари с апельсином. И мы поговорим сегодня с вами о коктейле Негрони Бульвардье. Бульвардье – это человек, который был вхож в различные французские движения, в богемные. То есть это человек, который ходил по заведениям, такой гуляк, кутила. Вот. И, скорее всего, коктейль получил свое название в честь парижского издания газеты, которая называлась «Парижский бульвар». Нам потребуется бокал, называется он «Old Fashion», старомодный, и мы, естественно, охлаждаем бокал. Для чего мы охлаждаем бокал? Для того, чтобы холод коктейля не потерялся в теплоте бокала. Мы будем готовить коктейль методом строуинг, для того, чтобы обогатить коктейль немножко кислородом. Я покажу новую технику приготовления коктейля. Нам потребуется бостонский шейкер. Насыпаем на 2 трети льда и начинаем готовить наш коктейль. Нам потребуется сладкий вермут в количестве 30 мл. Также мы будем использовать итальянский битер кампари. Также 30 мл. В качестве крепкого алкоголя мы будем использовать американский бурбон Wild Turkey. Как вы заметили, компоненты мы смешали в равных пропорциях по 30 мл. Затем сливаем образовавшийся у нас конденсат. И теперь будем готовить коктейль. Одним из первых людей, кто начал использовать такую технику, был профессор Джерри Томас, который готовил свой коктейль Blue Blazer, благодаря которому он стал известен во всем мире. Помимо того, что компоненты отлично смешиваются между собой, они еще обогащаются кислородом, и коктейль становится легкий и воздушный. Теперь нам нужно поменять лед. И переливаем полученный коктейль в бокал. Коктейль можно украсить коктейльной вишней, но обязательно нужно добавить цитрусовый оттенок. Для этого мы будем использовать апельсиновый пил. Снимаем пил с апельсина. Такая у нас полоска образовалась. И немного впрыскиваем эфирными маслами цедры наш коктейль. Ну и завершающий штрих, добавим немножко апельсинового битера ангостура, пару дэшей и перемешаем. Ну и, конечно же, нужно украсить наш коктейль. Пожалуйста, Негрони Бульвардье.